привет! Прощаемся с летом вместе с Окрошкой. В студии Виктория Рандина, и мы начинаем. И вновь море драйва на исходе лета. 30 рок-групп из Новосибирской и Омской областей 15 августа собрались на лыжной базе «Березовая роща», чтобы состоялся межрегиональный фестиваль «Сибирский формат». Фестиваль проходит раз в два года. В 2013 году Татарск уже имел опыт в проведении формата. Тогда хедлайнером была группа «Проверено», а в этом году в роли спецгостей выступила новосибирская группа «Антон Тажун», которая отличалась очень мелодичной и легкой музыкой. Нет, словно замкнутым круги, я за каждым поворотом цепи. Не знать, что даст тебе руку, что может предать, да спаси. Лезут в голову мысли, хватит наш миг на пустом. Но я не вижу дороги на сон, дорога только вперед. О, только вперед. Показалось, что для публики эта музыка была очень в новинку. Мы сегодня не несли абсолютно никаких брутальных эмоций. Приглашенный гость из Москвы. Я думаю, все всем понравилось, нам все понравилось. И надеюсь, что мы смогли разбавить вот эту вот жесткую атмосферу сегодняшнего вечера. Кстати, хотелось бы всем исполнителям сегодня, которые выступают, пожелать тоже немного больше расширять музыкальный кругозор, открывать для себя какую-то абсолютно новую музыку, потому что надо как-то, я бы сказал, больше развиваться в музыкальном плане. Сегодня очень сложно было выделять какие-то группы, и очень есть такой элемент похожести у всех ансамблей. Впрочем, стопроцентно согласиться с мнением Антона мы бы не торопились. Фестиваль действительно получился жестким и тяжелым, как никогда. Однако разнообразие жанров все же впечатляло. Открыли фестиваль «La Melody d'Alam». Группа с необычным и длинным названием, состоящая в основном из девушек, исполнила бессмертный хит группы «Ария» 1986 года «Воля и разум». Настоящим открытием, а может для кого-то и ужасом, стало выступление группы F-19 из Куйбышева. Те, кто хотел в этот день услышать старый, добрый, мелодичный русский рок, могли быть шокированы этой частью программы. Да, я сегодня ночью не спал, потому что я принимал роды у кошки своей. Это мелочи жизни. Четыре котенка. Те, кто сильно испугался куйбышевских музыкантов, могли отвести душу во время выступления следующей группы. С приветом из 80-х инструментальный коллектив «Космическая опера» из села Никулино Татарского района. Фестиваль, как и все мероприятия этого года, был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. И многие коллективы в своих выступлениях не оставили этот факт без внимания. Как много их друзей хороших, лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Рок-фестивали в Татарске уже давно не обходятся без музыкантов из Омска. На сибирском формате одни из таких были группа «Шторм». И случилось однажды, о чем так мечтал, он в горячую точку планеты попал. А когда наконец-то вернулся домой, он свой старенький тир обходил стороной. И когда кто-нибудь вспоминал о войне, он топил свою совесть в тяжелом вине. Завершали фестиваль музыканты из Татарска. Ночью без его огня.
скончалось кино. Потушит пожар любви в тетрапаке вино. И дорожка лишает на цену испорченного праздника. Никем не любимая дешевая романтика. Очень жестко, очень. Держит фестиваль, держит, не отпускает. Ну, я бы выделил, наверное, просто отдельно ребят именно молодых, которые на сцене были сегодня. Дело в том, что в отличие от уже взрослых ребят, да, которые давно играют, они пытались, увлекаться какой-то более интересным узлом, таким более, может быть, там, необычным. Ну и просто за них порадовался, что ребята ищут себя, в общем, ищут что-то хорошее. Вообще мы заметили, что почему-то какая-то процветает очень брутальная тема такая со сцены. Да. Мы даже не знаем, откуда это такое все, как бы... Вроде сегодня солнце позитивное. Да, солнце, хорошая погода и... Ну, видимо, есть какой-то посыл в этой музыке, месседж какой-то. Я хотел бы добавить, что вдохновляться... Ну, хотелось бы, чтобы ребята вдохновлялись чем-то позитивным. Чуть-чуть, да, все-таки, позитива, да, не помешало. Немножко, да, потому что, всяких неприятных моментов в жизни хватает. И, а когда музыка несет позитив, это отличный отдых. 2 августа отмечается День воздушно-десантных войск. В это время воспитанники военно-патриотического клуба «Сокол» находились в городе Бердске на профильной смене «Юный десантник 2015». Оттуда они вернулись с огромным количеством кубков и вторым общекомандным местом. С 28 июля по 12 августа на территории детского оздоровительного лагеря «Гренада» проходила профильная смена «Юный десантник 2015». Наша команда прибыла в составе 9 человек. Вот. Там были воздушно-десантная подготовка, огневая, физическая подготовка. Но большой уклон шло на десантную подготовку. Вот. Также проходили там соревнования по этим всем номинациям. В этих соревнованиях наши курсанты практически, да не практически, а, наверное, во всех номинациях вошли в тройку и по итогам заняли второе общекомандное место. Также проходило еще во время профильной смены проходили Кубок Маргелова, посвященный 85-й годовщине воздушно-десантных войск. И также проходил турнир по показательным выступлениям по рукопашному бою. Также наши курсанты заняли третье место. Ну, вообще, я как бы нахожусь в оргкомитете в этой профильной смене. Вот. Ну, конечно, для себя я много узнал, потому что время не стоит на месте, новые парашюты, вот, и как бы новые способы укладки парашютов. Вот, конечно, все это я для себя подчеркнул, запомнил. Вообще, подобная профильная смена, она такая, ну, по крайней мере, что куда наши курсанты выезжают, она единственная такая. Там учат не только, да, там, что прыгать с парашютом, и психологическая подготовка очень для них большая. То есть перед тем, как им совершить свой первый прыжок, их к этому 2 недели готовят, подводят к этому. И уже потом за 2 дня до прыжка они сдают экзамены. Те, кто сдают экзамены, те уже допускаются до прыжка. Что нужно для того, чтобы попасть? Вот, то есть любой школьник может прийти и сказать, я хочу быть в клубе «Сокол» или какие-то критерии отбора есть? Ну, конечно, самое главное, ну, подросток или юноша, девушка должны быть в возрасте 12-17 лет. И самое главное критерий – это чтобы он был абсолютно здоров. Mm-hmm. То есть маленький, ну, здоровье должно быть это прежде всего. Mm-hmm. Вот, физически и это, психологически. Буквально в ноябре месяце нас уже пригласили. Мы в том году ездили, в 2014 году, и в 2015 году нас также уже пригласили на полевые сборы в город Новосибирск. Это в 19-й отряд специального назначения «Ермак». На базе отряда там очень интересно для курсантов. И также самое главное, почему хотят курсанты туда ехать, во-первых, они живут в казарме с солдатами, с контрактниками. У них распорядок дня армейский, но самое главное, что они проверяют свои физические уровни, они их допускают, самых выносливых и самых крепко развитых парней, на квалификационные испытания на право ношения краповых беретов.
В том году у нас один парень, Никита Ботов, добежал, прошел всю трассу, и он от командира части получил боевую единицу спецназа, кулак с автоматом. Она на нем сейчас, он с ней ходит везде постоянно. Хотел бы поступить в войска специального назначения. Когда мы только приехали, у нас было ВДПМ, воздушно-десантная подготовка. Мы укладывали боевую укладку купола, полевая укладка купола, так, УЗК, и все. Ну, я выложилась на все свои силы, все свои возможности. Но у меня одноклассница, она же моя лучшая подруга, посещает военно-патриотический клуб «Сокол», и она мне постоянно рассказывала о том, что здесь хорошая подготовка физическая проходит. А так как я хочу поступить в МВД в будущем, я планирую туда попасть, то мне нужна физическая подготовка хорошая, и я пришла в военно-патриотический клуб «Сокол». Мне здесь нравится. Девчонок, на самом деле, не только у нас, их во всех клубах их очень много, девчонок. И вот были на юном десантнике, там их, ну, процентов, наверное, 40 девчонок. Они ничем не отличаются, как вот мы всеми руководителями говорим, что у нас нету различия между полами. У нас курсанты. По традиции, ни одна августовская окрошка не обходится без сюжета про школу КВН. О том, как придумывались шутки и показывались номера в лагере «Солнечный», расскажет Сергей Бигдай. Восьмой раз на территории лагеря «Солнечный» проводится летняя школа КВН Татарского района. С 2008 года многое что изменилось. Построили крытую летнюю сцену, участники теперь живут в уютном кирпичном корпусе, а не в вагончиках, а те, кто совсем недавно придумывал свои первые шутки, сегодня являются редакторами. Время у КВНщиков мало, а сделать нужно многое. Когда-то были времена, что школа КВН длилась 3 дня, но это было давно. Уже много лет у КВНщиков всего 2 дня, но за это время они успевают сыграть 4 конкурса – визитка, разминка, биатлон и музыкальный номер. Редакторский состав каждый год обновляется. Впервые у нас редакторы приехали из Куйбышева, Барабинска. Ну и, надеюсь, особенно ожидается завтра сильные дожди, но, надеемся, этого не будет. Но если будут очень сильные дожди с грозой, то будет очень интересно их весело пережить. Дожди действительно были, но обошлось без жертв. Экстремальные условия не стали помехой в написании юмора. Первый конкурсный вечер начался музыкальным номером. Представьте, Василий Протасевич раздает белье. Вот это мы вчера разгулялись. Даже пастуха позвали. После конкурсной программы всех ждал прощальный концерт команды КВН «Брат Эльдара», которая объявила о прекращении своей деятельности. В семье убийцы Кеннеди. Сынок, сынок, ты сделал историю? Делаю, мам, делаю. Хотелось бы сказать, что, как ни странно, у команды КВН «Брат Эльдара» есть огромное количество поклонников. Есть, да, фан-клуб, возглавляет который следующие ребята. Возглавляют, участвуют, ну и ждут, чтобы кто-нибудь еще к ним присоединился в конце до конца. Гаишники перепутали номер. Темная Toyota Corolla под номером 536, Людмила, Михаил... А какое имя на букву «Х» есть? Также в этот день было представлено новое видео-шоу группы «Файзи Пом», посвященное школе КВН. Это школа КВН в Лопатино, школа КВН в Солнечном, школа КВН не в Казани, не в Новосибирске и даже не в Барабинске. Школа КВН в Лопатино. Мы здесь 8-й уж раз и будем приезжать еще много лет подряд на школу КВН Татарского района. Шутки становятся все смешнее, мы считаем.
И ребята с каждым годом все лучше чувствуют себя на сцене, нет такой стеснительности. Все очень уверенно, все здорово. Думаем, дальше будет еще лучше. А каково это быть редактором? Ну, редактором быть, с одной стороны, вроде и трудно. Нужно какие-то свои навыки передавать ученикам школы. Но, с другой стороны, это тоже здорово, весело. Даже в каких-то случаях что-то узнаешь новое для себя от детей. Весь второй день команды готовились к конкурсу «Визитная карточка». Конкурс, которому команд есть возможность максимально рассказать о себе. Тем более, что большинство команд были объединенными. Шутки писать сложно, в принципе, но так все нормально. На улица большая. Не знаю, шутки можно... Вот хорошо, что шутки можно писать не только в корпусе, а можно даже на улице. Ну, в общем, и все. А вот почему шутки, ты говоришь, писать сложно? Какие-то трудности? С чем трудности связаны? Ну, то, что вот, например, мы написали шутку, показываем ее редакторам, ну, им это, в принципе, нравится, я это знаю. Но они, как так сказать, им, они это как-то зачеркивают, и мне сложно их придумать, потому что мне всего 8 лет. Итог не заключается в том, что будет написан какой-то полноценный болтовый материал, как говорят КВНчики, болтовые, то есть шутки, которые вкатывают в массу и дают много позитивного юмора. Ну, то, что более-менее получат опыт в написании этих самых болтов, ну и потом достойно, как, в принципе, происходит, представят их на наших региональных, межрегиональных и центральных лигах КВН. Ну и также, конечно, на наших традиционных снегирях прилетели. В семье филологов произошел казус. Дзинь! Кто там? Да это мама с папой, открывай! Чьё мы мама с папой? Хату поджигай, я в машине. Если тёсно, выбирай меня. Клуб анонимных фамилий. Здравствуйте. Я через забор ногу Задищенко, Павел. Давайте похлопаем Павлу. Здравствуйте, меня зовут комби кормящийся Пётр. Давайте похлопаем Пётру. А я Парайшук. А в завершении дня состоялся концерт редакторов школы КВН. А, страничка такая экспериментального юмора. Представьте, начинающая теннисистка выбирает себе звук. Банально. Опа-на! За Сталина! А теперь горбатый! Не пошло. Кому нахи? А пистархоз! Товарищ тренер, может, все-таки мат оставим, ну? Пацан пытается пройти к своей девушке в общежитие. Бабань, здрасте. Здрасте. Можно я к Ленке пройду 195-го? Нельзя. Бабань, ну я быстро туда-обратно, ну. Я сказал нельзя, значит нельзя. Бабань, ну я пробегу, прям вернусь и все, ну. Нельзя. Бабань, ну 5 минут. Точно 5 минут? Да точно 5 минут, ну. Ну да бог с тобой, проходи. Спасибо, Ленка, жди меня. 5 минут. Ха, слабак. В наше время только полчаса на песню уходило. Утром третьего дня команды сыграли биатлон с редакторами. Иннокентий слегка стеснялся своего имени, но в обществе Евлампия чувствовал себя как-то по-особенному. В детстве маминого сибиряка звали папин симпатяк, мамин сибиряк. Придо синтетико. Почти все выпускники нашей школы сейчас играют в центральных, межрегиональных, региональных лигах КВН. Ну и, конечно, на нашем, на местном уровне учат также молодых ребят. Попробуй, детка, сделать левый. Я делаю. Попробуй сделать правый. Я делаю. Попробуй сделать левый. Я делаю. Попробуй сделать правый. Это была
35-я окрошка. Не забывайте заходить на наши странички ВКонтакте и на Ютубе. С вами была Виктория Рандина. Сайнара!